Пострадавшим от паводка жителям Актюбинской области продолжают доставлять гуманитарную помощь. Только в Ыргызский район за последние 10 дней отправили около 30 тонн груза. Помимо продуктов питания, в район доставляют мешки, лопаты, резиновые сапоги, лодки. Там вода зашла в два населенных пункта – Нура и Мамыр. Жители этих сел, а также аула Бельщер, эвакуировали в райцентр. Есть угроза подтопления еще двух населенных пунктов – Тауп и Жайсанбай. Для оказания помощи в район направили 70 военнослужащих. Гуманитарный груз отправляют и в другие районы, где был объявлен режим ЧС местного масштаба. Помощь оказывают и жителям садоводческих коллективов. Последние недели мы работаем с города Актюбе. Каждый председатель садоводческого коллектива, они приходят сюда, забирают продукты, хозтовары. Также одежда поступила с красного полумесяца, они сами раздают здесь. И также из Киргизстана поступила одежда. Мы вот раздаем на данный момент. Вот закончили сегодня и фасуем на второй заход.